патриоткой своей семьи и патриоткой, как говорится, Советского Союза. Я уже 50 лет на разведке работаю, хотя внутренне я считаю себя мобилизованной всю жизнь. 1920 год. В семье разведчика Василия Зарубина настоящее событие. Его жена Ольга родила девочку. Это первый долгожданный ребенок. Счастливые родители придумывают ей имя. Малышку называют Зоя. По-гречески это значит «жизнь». Так решает молодой отец. Старшая акушерка аккуратно вписывает имя девочки в тяжелую амбарную книгу. И все-таки одна мысль тревожит Зарубина. Он – оперативник иностранного отдела АГПУ. А значит, уже завтра его могут надолго отправить в какую-нибудь далекую страну. Как в этом случае сложится судьба его дочери? Но семья разведчика покинет страну только спустя 4 года. Пока папа готовится принять руководство одной из зарубежных резидентур, маленькая Зоя растет, с удивлением и восторгом знакомится с миром и не понимает, почему родители заставляют ее учить какие-то непонятные слова. И вот их долгожданное путешествие. Уже целых 2 недели она несется на поезде в страну с загадочным названием «Китай». Она еще не знает, что всего лишь через 2 года ее родители расстанутся. Отец уедет, а мама выйдет замуж за дядю Леонида, резидента советской внешней разведки на Востоке. Когда мы жили в Китае, за стенами посольства, то просто там была жизнь, ну, знаете, как вот семьи посольства. Но дело все в том, что в 27-м году мы жили как раз в городке, который, ну, прямо на небольшом расстоянии от такой небольшой переулочек, и само посольство. И, значит, войска Чанкайши захватили этот поселок, поселение, settlement тогда он назывался. Мне было 7 лет, это было несколько дней после дня моего рождения, я прекрасно помню. Мамочка моя ожидала мою сестру. И вот я очень помню хорошо, как это все было, как солдаты пришли, нас всех куда-то сдвинули, задвинули. И вот мы сидели, наверное, часов 6 или 7, и я знала молодых мужчин, которые приехали стажерами. Это я потом их встретила, даже один из них писал мне рекомендацию в партию, что они были чекистами, но, наверное, не все, не знаю. Ну, их, так сказать, сразу в тюрьму. И вот это первое такое чувство ребячье, что это такое. Видите, мы все собраны, непонятно что. И, будучи спортсменкой, видимо, такой вообще, живу на острие, меня стали женщины писать: пойди посмотри, что у меня в доме, пойди посмотри. Я стала бегать, смотреть. И потом, при первой возможности, значит, я побежала к забору, вот, и там вижу, стоит Леонид Этингон. Он говорит: Зой, сходи домой, вот такой-то в такой ящик, залезь и пойди мне принеси, что там. Ну, я, конечно, побежала. Первое, что я увидела, что все мои игрушки разбросаны, я была возмущена. Вот, а второе, я достала ему пистолет. Первое главное управление КГБ СССР. Выдержка из личного дела. Зарубина Зоя Васильевна. Год рождения 1920. Образование – Московский институт иностранных языков. Свободно владеет английским, немецким и французским языками. Воинское звание – старший лейтенант КГБ СССР. В разведке с 1941 года. Выполняла задания особой государственной важности на Тегеранской, Потсдамской и Ялтинской конференциях. В 1951 году была уволена из органов госбезопасности в связи с репрессиями членов ее семьи. Китай, середина 20-х. Эти военные корабли должны тайно доставить в порт Тяньцзинь группу советских военачальников. Их задача – совершить в стране военный переворот и привести к власти Народную партию Китая во главе с Чан Кайши. Начинается Великий Северный поход, цель которого – построить в Китае коммунистическое общество. Но Чан Кайши оказывается неуправляем. Он уничтожает тысячи невинных людей. Москва пытается остановить диктатора, но он отказывается от прежних договоренностей с руководством Советского Союза. В это время в небе Китая появляются американские самолеты, которые сбрасывают бомбы на мирное население. Именно американцы теперь вооружают китайских националистов, и именно их политики теперь следуют Чан Кайши. Он разрывает с Москвой все дипломатические отношения и обвиняет нашу страну в провокациях. Солдаты Чан Кайши на улице Гуанчжоу. Здесь в 27-м году происходит восстание против китайских националистов, но Чан Кайши вновь одерживает победу. Арестованы и расстреляны работники советского посольства. Китайский диктатор уверен в том, что русские теперь сами уйдут из страны. ОГПУ разрабатывает план захвата нескольких портов. Через них советское правительство будет поставлять оружие противникам Чан Кайши. В
Выполнить это задание должен резидент советской разведки в Китае Леонид Эйтингон. Вместе с маленькой Зоей они отправляются в опасное путешествие. Меня Леонид очень часто брал с собой в командировки по Китаю. Как я понимаю, какой-то отвод глаз. И вот однажды был такой случай на пароходе, когда ко мне, ну я же по-китайски говорила тогда, подошли, значит, и опять днем он отсыпался. Я не знаю, что он ночью делал, я сама ночью спала. И вот они стали мне говорить, кто у тебя отец, что вот он плохой. Я помню приблизительно, я вижу, я стала пугаться, потому что они на меня уже стали наседать. И я пошла в туалет. Вот, чтобы от них отделаться. А может быть, потому что мне приспичило, я уже не помню. Но они, я вижу в ужасе, что ручка вот такая приблизительно. Ручка откручивается, и с моей стороны ручки нет. Я выйти не могу. Поэтому я открыла иллюминатор. А что я понимала? Я была пловчиха, я любила это все. Я не понимала, что я могла бы разбиться. Я ему кричу: «Дядя Леонид, меня заперли в туалете, я прыгаю». И вот я вижу, ну, вижу, еще помню, он шарахнул дверь, схватил меня, привез, значит, принес в каюту. В чем дело? В чем дело? Как? Он говорит: я чувствую, что ты с моря, он же слышит. Это мы были на каком-то полугрузовом, полупассажирском пароходе. Куда мы ехали? Откуда я знаю? Только я знаю точно. Он говорит: ну, зайчонок у меня умница. Он меня всегда с собой брал, поэтому я чувствовала гордость. Толком я не понимала, конечно. Но понимала, что это что-то очень важное. Первое главное управление КГБ СССР. Выдержка из личного дела. Эйтингон Наум Исаакович, он же Наумов Леонид, он же Котов Леонид. Он же оперативный работник иностранного отдела ГПУ СССР ТОМ. Год рождения 1899. Образование – военная академия генерального штаба. Свободно владеет английским, немецким, французским, испанским, турецким и китайским языками. Воинское звание – генерал-майор. С 25 по 31 год – резидент в Китае и Турции. С 33 по 39 – нелегальная работа в Западной Европе. С 39 по 41 – организовал ликвидацию Троцкого в Мексике. 41 год – заместитель начальника особой группы НКГБ СССР. 46 – заместитель начальника службы диверсий и террора. В 51 году арестован по обвинению в принадлежности к сионистской организации в МГБ СССР. Освобожден в 53 году. В этом же году вновь арестован и осужден. Освобожден в 64 году, умер в 81-м, реабилитирован в 92-м. В 29-м году резидента советской разведки срочно отзывают в центр. Вместе с ним возвращаются его жена и приемная дочь. Эта новая советская жизнь настолько захватывает Зою, что она больше не хочет никуда отсюда уезжать. Разглядывая через окна московских трамваев улицы, на которых возводят грандиозные сталинские высотки, она мечтает поскорее вырасти, чтобы приносить пользу любимой стране. И Зоя уже знает, какую пользу. Конечно же, она станет разведчицей. Шли годы, но с годами это желание только усиливается. Она учится в школе, в которой учатся только дети сотрудников органов государственной безопасности. Все друзья ее родителей – разведчики, и даже ее пионер-вожатые – тоже кадровые разведчики. Всегда не только с любовью, но с большой благодарностью вспоминаю своих пионер-вожатых. Пришли молодые люди, мы не видели в них наших учителей. Понимаете, мы видели, что взрослые люди с галстуками. Но они были, понимаете, они радовались жизни. Они внесли в нас вот какой-то энтузиазм, порыв делать добро для страны. Выпускной бал, первый вальс, первый поцелуй. Зоя кружится в танце и не знает, что дома ее ждет сюрприз. Из командировок приехали поздравить любимицу и отчим, и отец. Отец был в очередной командировке тогда, когда я закончила школу. Кончила школу, тогда не было золотых медалей, кончила, значит, золотым дипломом, или с отличием называлось тогда. И отец какими-то путями, в общем, вернулся домой, чтобы вот меня поздравить. Я помню, первый раз я попала в ресторан «Москва». Он меня туда привел, что вот мы с тобой сейчас будем отмечать твой выпуск. Кем ты хочешь быть? Сказал: папа, я, конечно, хочу быть разведчиком. Он говорит: опыты. Хватит нашей семьи разведчиков. Вот, прекрасно помню.
Первое главное управление КГБ СССР. Выдержка из личного дела. Зарубин Василий Михайлович. Год рождения 1894. Свободно владеет немецким, английским, французским и чешским языками. С 21 года в органах ВЧК. С 25 года сотрудник иностранного отдела ОГПУ. Более 13 лет возглавлял нелегальную резидентуру в Дании и во Франции. В годы Великой Отечественной войны резидент советской разведки в США. Воинское звание генерал-майор. Умер в 1972 году. Спустя 2 года в картотеке на Лубянке появилась еще одна папка с личным делом. В характеристике молодой оперативницы было написано: «Зарубина Зоя владеет 3 языками, хорошая спортивная подготовка, близкая родственница 2 самых ценных кадровых сотрудников иностранного отдела АГПУ». 1943 год. Уинстон Черчилль на испытании нового оружия. Прямо на полигон ему доставлена срочная шифровка из Москвы. Советские войска разбили немцев под Курском. Сталин требует открытия второго фронта. Курская дуга – великое танковое сражение. Советские войска совершили поистине невозможное. И все же, чтобы победить, СССР нужна помощь союзников. Однако Англия и США откладывают открытие второго фронта. Политическая разведка сообщает, Черчилль и Рузвельт опасаются проникновения русских в Центральную Европу. В октябре 43 года на встрече министров иностранных дел в Москве достигается договоренность о встрече лидеров 3 держав в Тегеране. Через неделю туда вылетает группа наших советников, среди них Зоя Зарубина. В Тегеране она встречает своего бывшего пионер-вожатого. Иван Иванович Огаян, будучи резидентом в Тегеране, в Иране, зная меня, он считал, чтобы, возможно, меня привлечь. Немецкой разведке становится известно о месте проведения конференции. Гитлер отправляет в Тегеран группу боевиков под руководством Отто Скорцени, чтобы организовать покушение на лидеров «Большой тройки». В Тегеране у меня была задача быть связующим между личной охраной президента Рузвельта и нашей охраной. Миссия Соединенных Штатов Америки, она была ближе к аэропорту. Проблема была с Рузвельтом. И, значит, он сказал, что американский народ не поймет, если я буду жить вне, так сказать, я не буду независим. Значит, тогда вот ему стали говорить о возможности терактов. И, так сказать, его работники, которые были по безопасности, они согласились с доводами, которые были предложены. Ну вот в один прекрасный момент меня приглашают, значит, к Молотову. И Молотов указывает мне телефон, говорит, вот звоните и справляйте, едут они или нет. Значит, я звоню по соответствующему шифру, спрашиваю, они вот на аэродроме. Они говорят, нет, мы не приедем. Поворачиваюсь к Молотову, говорю, вы знаете, они не приедут. В жизни никогда не слышал такого мата. То есть, что он со мной, вообще, кто ты, что ты, как ты сюда попала, и вообще... Я из себя сделаю ничто. Что я доложу Сталину? Ну, это я только, можно, в том возрасте была. Я говорю, ну, подождите, я их попрошу приехать. Я им говорю, вы знаете, вот нам тут непонятно, вы подъезжайте. И сижу, спокойно жду. Потом вижу, что он нервничает, думаю, ну, сейчас, наверное, со мной будет плохо. Ну, представьте себе, приезжает адмирал Лихий и приезжает генерал-маршал. И они объясняют, что Рузвельт принимает приглашение, но он обязательно должен переночевать там. Иначе, опять-таки, говорят, непонятно будет народ. Ну вот тут началась наша судорожная подготовка. Планы Гитлера сорваны. Его агентура выявлена и депортирована из Ирана. 28 ноября состоялось первое заседание конференции. Оно проходило в здании советского посольства. Сталин встретил своих высоких гостей словами: «Я счастлив, что вы удачно доехали». Рузвельт и Черчилль промолчали. Им не хотелось признавать успех советской разведки. Спустя 3 дня здание посольства опустело, а 6 июня 44 года второй фронт был открыт. В донесениях советской разведки операция по вторжению войск союзников на европейский континент носила кодовое название «Оверлорд». Ожесточенные бои идут на всех линиях фронта. В июне 44 года из Лондона в Москву приходит шифровка, где говорится о том, что Черчилль считает союз с русскими возможным лишь до окончания войны. Но 4 февраля 45 года Черчилль и Рузвельт прибывают в Ялту. Встреча глав 3 могущественных держав продолжится до 11 февраля. Но именно эта встреча определит послевоенное устройство мира на целые 50 лет.
Совершая ритуальное рукопожатие в аэропорту, союзники СССР еще не знают, что усилиями советской разведки эта дипломатическая битва ими уже проиграна. Рузвельт и Черчилль будут вынуждены свернуть сепаратные переговоры со странами-сателлитами Германии и принять позицию СССР о ее безоговорочной капитуляции. Дело все в том, что только за 10 месяцев до этого был освобожден Крым. Поэтому здесь и были организационные трудности. То есть вот эти технические трудности, они, конечно, им были непонятны, пока они не приехали. Но мне кажется, как советскому человеку, что это их немножко встряхнуло. Особенно Рузвельт и американскую делегацию, которые, в общем, не видели, что такое, так сказать, быть под пятой Германии. Поэтому когда прибыл в Саки Рузвельт, и 5 часов надо было ехать на машине для того, чтобы добраться до Ливадийского дворца. Во-первых, эффект, вот стояли наши военные, так сказать, связисты, ну, как бы на расстоянии видимости друг от друга. И каждый раз давали, значит, давали честь, это было. Знаете, это производило очень большое впечатление на всех. И вместе с тем Рузвельт увидел, как была разрушена страна. Что, собственно, не страна, а вот этот кусок земли, куда они приехали. На Ялтинской конференции официально Зоя Зарубина присутствует как переводчик советской делегации. Однако на самом деле у нее совсем другие задачи. Зоя должна войти в доверие ближайшего окружения Рузвельта. Тактика нашей разведки заключалась в том, чтобы уже в ходе конференции посеять как можно больше противоречий между Рузвельтом и Черчиллем. Рузвельт был потрясен, когда узнал, что человек, которого Черчилль активно проталкивает в будущие президенты Польши, Николайчик, является агентом английской разведки. Сообщали американскому президенту об этом его ближайший помощник, в компании которого очень часто видели Зою Зарубину. Последние месяцы войны советские войска ведут ожесточенные бои на подступах к Берлину. Но красное знамя над Рейхстагом – это не только поражение Германии, это поражение и Черчилля, и Рузвельта в борьбе за новое послевоенное устройство мира. Не союзники, а именно советские солдаты освободили большую часть Восточной Европы. А это значит, что СССР отныне будет играть ключевую роль во всей мировой политике. Потсдам, 17 июля 1945 года. Последняя встреча лидеров пока еще союзных держав. Вместо умершего Рузвельта на конференции присутствует Гарри Трумэн. Предвкушая триумф, он сообщает Сталину о создании в США атомной бомбы. Но Сталин знает гораздо больше. На конференции в Потсдаме присутствует Зоя Зарубина. Но о ее тайной миссии нельзя говорить до сих пор. Я очень счастлива тем, что я видела две замечательные семьи, семьи разведчиков. Я видела преданность и любовь женщин. И моя мама преданно любила. Я не знаю, как она любила отца, я это не помню. А как она любила и была предана Эдингону, это я знаю, видела. Я могу преклоняться перед такой любовью. И я видела, так сказать, я бы сказала, оперативную семью разведчиков. И бесконечное уважение, и обожание, и любовь Лизочки Зарубиной к моему отцу. Первое главное управление КГБ СССР. Выдержка из личного дела. Зарубина Елизавета Юльевна, она же Елизавета Горская, она же Елизавета Розенцвейг, она же оперативный работник иностранного отдела ГПУ «Бордо». Год рождения 1900-й. Свободно владеет румынским, английским, французским и немецким языками. Образование – историко-филологический факультет Парижского и Венского университетов. Воинское звание – подполковник. В 24-25 годах работала в полпредстве в Вене. С 25 по 28 в Венской резидентуре иностранного отдела АГПУ. Выполняла специальные задания в Турции. 9 лет работала в Дании, в Германии и во Франции в качестве разведчика-нелегала. В годы Великой Отечественной войны работала в легальной резидентуре в США. В 46 году уволена в запас. В 1987 году трагически погибла. Эта женщина – героиня.
Мало того, что она исключительная разведчица, необыкновенным талантом, во-первых, необыкновенно красивая женщина, но никогда я в жизни не слышала слова обиды, затаённой какой-то. Нет, это женщина-боец, любящая мать, бесконечно любящая супруга. Мы с ней вообще всегда были очень близки, очень дружны. Особенно после смерти отца. Она его пережила тоже надолго. Между нами были моря и моря. И автоматически ее принял. Замечательный человек. Я никогда язык не поворачивался. Говорю, что она моя мачо. Это Лиза. Лизочка. Друг хороший, скромный человек. Никогда ни в какие дела, как говорит, вот такого рода. Она никогда очень аккуратно, так деликатно ко всему относилась в отношении. Очень, она была очень добрым человеком. Сообщение Нью-Йоркской резидентуры. Срочно, секретно. Американцы работают над созданием атомной бомбы. Разработки ведутся в Лос-Аламосе. США, 44-й год. На полигоне в штате Невада проходит испытание первой атомной бомбы. Лучшие ученые Америки не имеют права покидать закрытые лаборатории. Любая утечка информации грозит им смертной казнью. Москва, Институт физических проблем. Советские ученые работают над получением ядерного взрывчатого вещества. Руководит работами академик Капица. Задача наших ученых – создать бомбу не позже, чем она появится у американцев. Тем временем агенты советской разведки добывают сведения о последних экспериментах американцев. Несмотря на жесткий режим секретности, эта информация оказывается в руках у Василия Зарубина, главного резидента в Нью-Йорке. На Лубянке создается спецгруппа переводчиков. Только самые проверенные и опытные сотрудники имеют доступ к этим документам. Когда я начал это делать, мне было 24 года. Если после того, как вы работаете на конференции и видите, так сказать, наблюдаете, даже до какой-то степени участвуете в разговорах трех руководителей великих держав, после этого сесть и закрыть дверь на замок и сидеть с документами, и словаря нет, то вы сидите и плачете, то, конечно, это скучно. Даже не могло возникнуть речи, там, делать это или не делать. Ну, это было скучно. Ну, вы потом понимаете тут как? Это было скучно, это было непонятно, но потом все время двигало, так сказать, мысль о том, что это надо, это очень надо. Причем это по существу мы были пионерами, словарей-то не было. В тот момент словари были политехнический словарь 39-го года издания, а это совсем другие технические высоты. Поэтому это был просто какой-то вызов. Понимаете, что вот это надо сделать. Это было очень конфиденциально, это было очень секретно, но это накладывало определенные, конечно, понимаете ли, ну, я бы сказала, не то, что обязательства, это определенный образ жизни. Каждый из нас выполнял те задания, которые были даны. Но я бы сказала, может быть, здесь, что очень по-своему опекал меня Леонид Этингон. Потому что я уверена, что я бы, с моим характером, я бы обязательно куда-то в тыл, туда-сюда. Но они меня придерживали. По-моему, вот дали мне задание с атомным проектом, и я на нем сидела долго. 1950 год. Берия объявляет о сионистском заговоре в органах госбезопасности. Начинаются повальные аресты сотрудников МГБ. В черном списке врагов есть и фамилия Этингона, который в это время занимает один из ключевых постов в разведке. По приказу Сталина Этингон вылетает в командировку в Прибалтику. Он должен привести секретную документацию по сепаратным переговорам Латвии с Германией. Этингон еще не знает, что едва сойдя с трапа самолета, он будет арестован. Поскольку я была сама на оперативной работе, я знала, когда он прилетает, он был в командировке в Прибалтике, то я, пользуясь своим удостоверением, поехала его встречать на аэродром. И говорят, что его, значит, самолет там такой-то прибывает. Ну, все, нас пускают на поле по существу. Вот, нас, со мной был товарищ, у которого была машина, у меня машины не было. И меня поразило то, что самолет отогнали куда-то совсем, значит, вглубь. Это был вечер. Ну, не знаю, 9, может быть, я не помню. Уже темно было. И как-то вот туда. И я иду, и я, значит, дядя Леонид, я вижу, он выходит, самолет был маленький. Я вижу, он выходит в окружении нескольких мужчин. По-моему, они были не военным. Вот сейчас меня спросите, он был военным точно. И он меня первый спросил, зайчонок,
Что ты здесь делаешь? Где мама? Вот это, понимаете, я тогда, ага, что-то такое. Вот тот, только в этот момент. Поезжай домой. И я поехал домой и думал, все, это я поняла, я не знала, как это маме сказать. Ну где он? Что же он не приехал? Я говорю, ну вот сейчас, знаешь, его срочно вызвали на работу, и сама с замиранием сердца жду, когда постучат. Ну, постучали. Постучали, и все началось. Эта фотография была сделана за несколько дней до ареста. Леонид Ичингон и дочка Зои Зарубиной. После нескольких обысков Зою привозят на Лубянку. Она ожидает самого худшего, но начальник ее отчима бросает только одну короткую фразу. Вы уволены. Это не только шок, это не только трагедия, это крушение всего. И не потому, что я перестала работать в разведке, а крушение того, что я не могла ни на минуту поверить в то, что он был врагом, чтобы его надо было арестовать. Как же жить дальше? А что же делать? И надо сказать, что я достаточно в степени была независима, естественно, но у меня и была своя жизнь. Я имею в виду, что мне не надо было ухаживать, так сказать, как говорит, содержать или мою маму, или мою сестру. Это мне всего не надо было делать. А тут вдруг я оказалась кормилицей. И в такой момент, что, а как же будет? Потому что всегда знаете, ага, ну да, значит, теперь туда нельзя, сюда нельзя, это нельзя, что делать? И мне, например, было непонятно, и внутренняя какая-то была большая обида, когда мне предложить пойти в то же ВШ, потому что меня преподаватели там знали. И я один день там пробыла, думаю, какое счастье, я буду заниматься, преподавать. Я язык тоже, слава богу, могла преподавать, потому что я к этому времени уже заочно кончила институт иностранных языков. Но я там пробыла сутки, а после этого меня вызвали, сказали, что нет, вы не можете, потому что там готовятся люди. В общем, политическое недоверие. Проходит месяц или полтора после того, как меня, значит, уволили. Со мной встречаются товарищи, звонят, говорят, приходи на такую-то квартиру, надо поговорить. Ну, мало ли, какие-то дела у меня, все-таки тоже на связи люди были, все могло быть. Ну, и приблизительно разговор сводился к следующему. Причем этого человека я знала хорошо, я его как-то и уважала так. Полковник, он говорит, знаешь что, мы все-таки поторопились, мы напрасно тебя уволили. Ты нам нужна. Ну, понимаешь, откажись ты от этого жида Ичингона. Зачем он тебе нужен? У тебя отец герой, Зарубин. Ну вот сделай это, и все, мы тебя обратно возьмем. Покинув конспиративную квартиру, она долго гуляла по весенней Москве. Ей казалось, что весь мир в одночасье перевернулся. Как, думала она, как я могу отказаться от человека, который мне так дорог и которого так любит моя мать? Ее взяли преподавателем в Институт иностранных языков. Чтобы прокормить семью, Зое приходилось подрабатывать частными уроками английского. Путь от дома к институту лежит через Лубянку, и сердце всякий раз с тоской замирает. Но Зоя гонит от себя мысли о разведке. Она полюбила новую работу, студенты ее уважают. Зоя вдруг с удивлением обнаружила, что кроме разведки есть, например, приятные прогулки по магазинам, а ходить по улицам теперь можно, не думая о назойливой наружке. Она, наконец, может уделить больше внимания своей подрастающей дочери. Зоя пытается научить свою дочку тому, чему когда-то ее учили отец, отчим и мама. Так проходят два года, а зимой 53-го умирает вождь всех времен и народов. Вскоре после того, как Сталин умер, и Ичингона отпустили. Он пришел домой, и когда позвонил в дверь, мама его увидела в двери, она бросилась ему на шею, они оба упали, потому что он похудел на 42 килограмма. Это просто пришла тень. Поэтому там в скором времени, после того, как он вышел, он, естественно, соблюдая все правила, не стал об этом говорить дома, пригласил меня на улицу и сказал, что вот знаешь, зайчонок, есть люди, которые у нас, так сказать, там заморожены, надо к ним обращаться, надо их искать, скажи товарищам, что они знают тебя, что тебя надо послать. Я сказал, да, я, конечно, скажу. И думаю, милый ты мой, не понимаешь, что обстановка изменилась. Я такая же грязненькая, как и ты. Поэтому я никогда не обращалась никому, ни с какими просьбами. Я считала это ниже своего достоинства. Я горжусь тем, что я есть, какая я есть. И стучаться в двери, проситься, напрашиваться, объяснять, мне в этом нет необходимости. А
через несколько дней Берия, который всегда жестоко расправлялся даже со своим ближайшим окружением, был арестован. Новые кремлевские обитатели вздохнули свободно. Однако эта власть оказывается не менее циничной и жестокой. Как только посадили Берия, сразу посадили и Судоплатова, и Этингона. И Этингона уже посадили по второму раку, как прихвостня Берия. Потянулись долгие годы ожидания, бесконечные письма. Леонид Этингон был приговорен к 12 годам лишения свободы. В спецвагоне его отправляют во Владимирскую тюрьму. В 1956 году Этингон передает через Зою обращение к участникам 20-го съезда коммунистической партии. Он просит реабилитации и освобождения. Но многие члены правительства боятся свидетелей собственного прошлого. Письмо Этингона не включают в протокол съезда. Зое вновь предлагают отказаться от отчима, обещая возвращение в разведку и продвижение по служебной лестнице. Она по-прежнему отвергает эти предложения и строит свою жизнь заново. Москва, 57-й год. Международный фестиваль молодежи и студентов. Преодолев бесконечные препятствия, Зоя Зарубина становится старшим переводчиком фестиваля. Это ее первая большая победа после увольнения из органов. Вопреки всему, она делает головокружительную карьеру. Вскоре ее назначают деканом одного из факультетов Московского института иностранных языков. Зоя Зарубина получает возможность выезжать на различные международные форумы и конференции. Несмотря на то, что она по-прежнему считается близкой родственницей врага народа, органы госбезопасности ничуть не сомневаются в ее благонадежности. Леонид Этингон отсидел весь свой срок и вышел на свободу лишь в 64-м году. Закончился срок, и мы, значит, приехали, чтобы его брать домой. Было поразительное время, какое было. Видимо, сотрудники тюрьмы хорошо к нему относились. Ну, буквально, ну, знаете, человек 20 вот выстроили и смотрели, какая семья. Потому что нас же только видели, когда мы на свидание приходили. Но маму не взяли, мы боялись, что все ей просто будет плохо. Вот, и мы за ним приехали. И вот так постоялись подаль, конечно, не подходили, ничего не говорили, и мы его привезли домой. Только теперь Зоя может подумать о себе. К тому времени у нее за плечами два замужества, взрослая дочь и годы одиночества. Неожиданно, даже для самой себя, она влюбляется. Я вышла замуж за человека, который работал на Нюрнбергском процессе. Встретились мы после Нюрнберга совершенно случайно. И вот нас связывало почти 20 лет замечательной, прекрасной любви, семейной жизни. Бернард Купер, он работал в радиокомитете, спортивным обозревателем, ну, а потом уже политическим комментатором. Но, к сожалению, у него было очень тяжелое ранение. Вот, и он умер. Ему было 58 лет, когда он умер. Уже 25 лет, как я вдова. Шли годы, один за другим уходили родные и друзья. Стремительно менялась история нашей страны. Пронеслись 80-е, за ними 90-е. Зоя Васильевна становится преподавателем в дипломатической академии. Она теперь много ездит по всему миру, занимаясь благотворительностью и общественной деятельностью. Спецслужбам тех стран, куда приезжает Зоя Зарубина, ничего не известно о ее прошлой жизни. Я никогда ни на минуту не говорил, что я несчастлив. Поэтому я не позволяю себе останавливаться на каких-то моментах, где можно проковыривать и начинать себя жалеть. А мне нет необходимости. У меня была очень интересная, сложная жизнь. И трагические страницы в ней. Но я счастлива. Я всю жизнь делала то, что я могла, то, во что я вписалась, и я видела плоды своего труда. А мои плоды своего труда я вижу, я, смотрите, сколько лет я преподаю. У мои ученики теперь не только по всему Советскому Союзу, но и многие за рубежом. И мне приятно, что они вспоминают то время, когда им эти знания были даны под руководством их деканчика. Понимаете? Мне это приятно. И даже жизнь прожита не зря.
архивах службы внешней разведки и по сей день лежат папки с документами и отчетами Зои Зарубиной. Они будут рассекречены только в середине следующего столетия. В 92-м году Леонид Эйтингон был реабилитирован. Спустя 47 лет Зоя Васильевна официально перестала называться близкой родственницей врага народа. Недавно в США была издана книга о Зое Васильевне и о ее семье. Американцы назвали Зою Зарубину одной из легендарных женщин столетия. Эта книга вышла маленьким тиражом, перевода на русский язык нет. Несмотря на то, что ее судьба в разведке сложилась трагично, на вопрос «Кем бы вы стали, если вернуть время назад?» Зоя Васильевна неизменно отвечает «Только разведчицей».